если вы считаете, если каждый из вас думает, что он может достичь духовного, то, конечно же, нет. Это возможно только в десятке. Если вы считаете, что одна десятка может достичь духовного, так вы тоже. Я хочу вам сказать, что не заблуждайтесь, что это возможно. Вы должны вместе. Это и называется, что мы все находимся в последнем поколении, в поколении Машеха. Только во взаимопомощи мы можем этого достичь. И чем больше и дальше мы продвигаемся, мир, человечество чувствует себя, насколько оно полностью круглое и полностью зависит друг от друга. И поэтому не поможет даже какой-то десятке оторваться от остальных, быть оторваны от всех остальных десяток. А все больше и больше мы должны понимать, что мы только вместе, только во взаимной помощи, только во взаимном ощущении можем продвигаться дальше. Раф, можно еще вопрос? Ну. А вот по теме. Мы сегодня изучаем ход Аарона. Вот раньше мы изучали, все было понятно, почему произошел сбой. Хесед, Гура, Тиферет. Правая, левая, средняя. Нецах, ход, Йосод. Нецах. Правая, ход, левая. Почему считается, что ход правая рука Маше? Потому что это снизу. Из-за того, что это снизу, со стороны творения. От творений. Моше свыше, сверху. Поэтому Аарон и говорит, что, говорится, что он дружка царицы, он имеет связь с Малхот. А Моше связан с Кетером, с Тиферет.